Привет, ребята, с вами я, Данган Топ, и сегодня я играю в игру «Ваш краш-тест», и сегодня у нас сотрудники ДПС перекрыли дорогу, потому что у нас тут ездит как бы преступник, нарушитель, который ездит полностью тонированный, даже вот передние окна, вот можно вот задние только, а у него и передние. Вот, ну, короче, все окна у него тонированы, его никак не могут поймать, и перекрыли дорогу. Также тут есть и такие граждане, которые не нарушают, и у нас вот, вот такие вот борды, которые двигаются и не двигаются. Вот, смотрите, они двигаются не в одно время, а по-разному. Тот залез, тот вылез, вот как-то так, вот. У нас тут такая вот Нива ДПС, сотрудники ДПС и машины, которые должны проехать через этот блокпост. Давайте начинать. Но перед этим подпишитесь на мой канал, добейте 6000 подписчиков. И, пожалуйста, поставьте лайк, давайте наберем 30 лайков. И напишите какой-то приятный комментарий или какую-то идейку про вот эту вот игру. Давайте начинать. И у нас семерка, а семерка разлетается очень, прям очень-очень хорошо. Главное, прям влететь хорошо. Надо вырулить. Не получается. Прям как об стенку просто. Я думаю, она нас подымет. Мы просто заедем, и она подымется. Но нет. Ну, что могу сказать? Если бы сзади кто-то сидел, ну, тут никто не сидит вообще, то сразу впереди все бы умерли, а сзади выжили, может, а может бы переломались. Ну, посмотрите, это что это просто? Что это? Давайте теперь переходить чуть-чуть крепче машине. Да. Вот он этот чувак городской, крутой, с такими вот окнами красивыми, которые вообще почти их практически не видно. Он с каким-то кентом. Я не знаю, выживут они или нет, но девятка получше семерки, вам скажу. Уже куда-то не туда я еду. Так. Чё? Проезжает? Из-за того, что она, наверное, повыше семерки, он чуть-чуть вылез и... Мы проехали, а семерка бы уже днищем зацепилась. Или я бред несу, я не понимаю. Чё, они счастливчики? Я даже хочу второй раз проехать. Давайте только уже на более медленной скорости. Может, это как-то изменит все? Ну, скорее всего, да. Хотя нет. Как они успевают? Они счастливы, их никогда не поймают. Что? Эй, чуваки. Вы все, вы победители в этом мире. Вот, у нас ребята вот, тоже с тонировкой, и голубой они, или синий. Но она у них более прозрачная, и штраф они получат поменьше, но все равно они хотят через этот блокпост все-таки пролететь. Ну, не пролетят они, это точно. Ну, что могу сказать? Этот, может, переломанный, а тот выжил. Потому что он сидит себе спокойно вроде бы, потому что удар на переднюю часть перенесся. Ну, если они бы залезли наполовину, все равно бы мы пострадали серьезно. Да, а с девяткой так не работает. Мы пролетели просто. И, кстати, еще никто не погиб из сотрудников ДПС. Да, ну давайте уже переходить более крепким машинкам, которые и повыше. Ну, обычно на приорках ездят какие-то крутые пацаны, но это простая семья. Если бы тут был крутой пацан с района, то бы у него и окна были бы тонированы вообще в черный просто. И колеса заниженные, и она бы гудела, как не знаю кто. Но вот так вот все получается. Вот семья вот такая вот едет и ничего не знает. А тут хопа тебе. И... Чуть-чуть боковым задеваем. Да. Нифига себе, мне фару вытянуло. Ну, что могу сказать? Удар-то не сильный такой прям. В бок пришелся и все. Но сотрудник ДПС... Ну, шанс выжить 5%. Вот если вы хотите, чтобы я снял шанс выжить, то давайте 30 лайков. То это интересная рубрика. Давайте вот 30 лайков. Ну, чё? Чё? Да, давайте уже точно таким машинам крепким. То это что, вытянул как-то ее? Вот такая вот Нивка, которая крепкая. Просто багажник, колесо и лопата просто отлетают. Вот такой вот чувак едет просто на дачу. Без семьи, конечно же, это хорошо, конечно же.
Он просто едет на дачу, на охоту, на рыбалку, и тут тебе бац, вылазят вот такие вот борды. Да. Сейчас она не показала себя, или он не показал, не знаю. Вообще еще поднимает, опускает. Качелька. Да. Ну что могу сказать, он не выжил и не доехал. Да, полицейский, вы губите простых людей. А того преступника вы не словили. Так что премии вам не будет. Пожалуйста, прошу, Лада Веста, покажи себя. Вот такая вот семья опять едет куда-то по своим делам. Но никто не знает, что тут такой блокпост стоит. Блин, проедь! Но она себя лучше показала. Но все равно, вы посмотрите, капот вытянула, разорвала. Ужас, просто ужас. Вот если я бы не хотел такого себе. Вот если вы не хотели себе такого, не знаю, вооружитесь лайком и подпиской. Вот нажмите, пожалуйста, на нее. Прошу. Каждый блогер любит, когда ему это все ставят. Это как бы зарплата. Ох, я как бы стараюсь. И мы, кстати, вчера с другом сняли видео, как мы убираем мусор. Канал называется Саня Ютубер. Но теперь у нас пазик. Это уже настоящий такой волк. Да. Пожалуйста, водитель пазика, не убей своих пассажиров. Давайте вот дадим имя этому вот, водителю. Пускай он будет Максимка. Если хотите, пишите свои варианты в комментариях. Ну что, Максимка, давай, едь. Он ничего не знает, он вообще не знает про эти борды. И везет просто пассажиров куда-то на отдых, на море. Куда-то, короче, отдыхать или что-то другое. И тут у нас они прям вылазят. Да, ну давайте еще попытку дадим. Давайте попытку еще дадим. Ну, он крепкий, да. Ну, чуть-чуть мотор, может, сдвинул, конечно же. Ну, все выжили. Слава богу. Васек, Максимка, молодец. Ну что, давай, Васек. Выживи. Пускай все выживут. Точнее, не Васек, а Максимка. Почему Васек, я не понимаю. Да, поднимает нас, но мы проезжаем. Ну все, можем ехать дальше. Давайте вот вообще на очень большой скорости врежемся в этот борт и узнаем, что будет. Действительно или пас такой мощный? Давай, Максим, проверь свой пазик. Какой же он крепкий, Максимка. Ты крутой, Максимка, ты лучший водитель. Давай. Сейчас разгоним его настолько. Эй! Что это так покосило тебя? Так. И вот так вот. И, ребята, всем пока-пока. С вами был Дангантоп. До скорой встречи, пока. Да, он действительно крепкий. Ура!